Привет, уважаемые подписчики, с вами снова Дима Мэйр, и сегодня будет очень короткий, наверное, обзор, но вот пришел такая маленькая нам посылочка с Алиэкспресс. Ну, давайте сразу ее откроем, делаем надрез, вскрываем и достаем, что же нам пришло. Так, открываем пакетик, в пакетике у нас больше ничего нет. А пришел нам вот такой свисток с Алиэкспресс. Пока вскрываю свисток, сразу говорю, что работаю учителем физкультуры, и свисток это как бы необходимая вещь, да, в моей работе. Значит, покупаю я обычно в спортмагазинах. У нас они там есть по 15 рублей пластиковые и по 30 рублей металлические. Металлические мне не нравится, что они начинают быстро ржаветь. Вот, я покупаю пластиковые по 15, но они очень хлипенькие, они сами по себе разваливаются, у них отваливаются вот эти боковинки, и у них очень ненадежное вот здесь крепление под веревочку. Вот, данный свисток у нас на Алиэкспресс стоит 40 рублей, вот решил попробовать, что он из себя представляет. Ну, давайте рассмотрим его поближе. Значит, заказал я его красный, значит, цвета там разные, есть черный, по-моему, желтый, синий, зеленый, то есть любой цвет. Видите, у нас вот такой он пластмассовый, написано на нем Fox 40 Classic. Значит, есть у нас дополнительная вот такая силиконовая накладочка, то есть ее можно и снять, можно ее оставить. Вот, а видим, что у нас здесь вот два прорези, значит, здесь у нас отверстие, здесь мы смотрим, вот кольцо у нас для крепления, ну и в принципе все. Значит, у меня в основном в дешевых пластиковых свистках вот здесь было очень ненадежное крепление под веревку, да, или под кольцо, и оно быстро ломалось. Здесь мы видим, все сделано достаточно надежно, то есть здесь уже ничего не сломается, да, и вот здесь как бы сам свисток, мы видим, что здесь боковинки тоже не отклеятся. То есть, если так присмотреться, то свисток у нас практически... А, ну вот вижу я вот полоски, он состоит из двух половинок, да, и вот они, в принципе, скреплены достаточно надежно. То есть, мы видим, здесь все проходит, вот оно, соединение, то есть, верхняя часть, и вот здесь чуть нижняя приклеена, но здесь... Я думаю, он так не будет разваливаться, нежели дешевые свистки спортмагазинов. Ну, давайте посмотрим сразу на веревочку. Так, вскрываем веревку. Ну, простая у нас красная лента, дешевая. Вот, здесь мы видим карабинчик. Карабинчик у нас цепляется, соответственно, за кольцо. Так, ага. Вот мы одели, и у нас, в принципе, получается свисток. Ну, давайте попробуем, посмотрим, как он свистит. А, свистит у него такой, получается, очень звонкий свист по свистку. Шарика нет, соответственно, у нас свист будет не переливающий. То есть, когда шарик у нас, знаете, получается, что за счет шарика свист немножко такой, ну, как, так скажем, переливается. Здесь у нас свист, то есть, просто идет как бы писк. Вот, еще раз попробую. То есть звонкий, конечно, по ушам бьет. Я думаю, все его услышат, он достаточно громкий. Ну, вот так вот. Все, на этом обзоре я заканчиваю. В принципе, что еще можно сказать? На вид свисток классный, как свистит, мне понравилось. Сделан он добротно. Я думаю, он не развалится и прослужит достаточно долго. Поэтому данный свисток я рекомендую. Свисток действительно классный, и цена на него 40 рублей. Это достаточно дешевая. Ссылочку я оставлю в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч.